Здравствуйте, меня зовут Владислав Абрамович Перлин. Я преподаватель Центра специалистов при МГТУ имени Баумана. Веду здесь курсы по системному и прикладному программированию. Я хочу рассказать вам про наш курс администрирования базы данных PostgreSQL. Он состоит из двух частей. И первая, и вторая часть курса сертифицированы поставщиком PostgreSQL. На первой части курса мы изучим, как установить PostgreSQL, как заставить его работать. Изучим основные принципы его построения и самые важные задачи по его администрированию и управлению. Первая часть курса сопровождается практикумом. Там мы разбираем ряд практических задач в той обстановке, в какой они встречаются в реальной жизни. На второй части курса вы изучите устройство PostgreSQL в больших деталях. Вы посмотрите, как устроена многоверсионность, как PostgreSQL обеспечивает изоляцию транзакций, как он обеспечивает актуальность, надежность и прочее. Научитесь выполнять очистку базы данных, мониторинг ее состояния. Научитесь создавать реплики синхронные, асинхронные, активные, пассивные. Реплики холодного резерва, реплики горячего резерва. Еще изучим несколько дополнительных вопросов, которые также бывают интересными в практической жизни. Естественно, для того, чтобы пройти вторую часть курса, необходимо знание материала первой части. Первая часть курса состоит из 24 учебных часов. Рассчитано это в зависимости от режима либо на 3 дня занятий по 8 часов в день, либо на 6 дней занятий по 4 часа в день. Дополнительный авторский практикум рассчитан на 16 академических часов. Вторая часть курса длится у нас 40 академических часов. И, соответственно, это в зависимости от расписания занятий либо 5 дней по 8 часов, либо 10 дней по 4 часа. Приглашаю вас на наши курсы.